Яна Франк. Муза и чудовище. Как организовать творческий труд. Вступление. Представители творческих профессий часто воспитываются в художественной среде, где курсируют разнообразные мифы и легенды, связанные с беспорядком и отсутствием организации. Многих учат, что настоящее творчество живет бок о бок с хаосом, а шедевры являются результатом приступов вдохновения, сметающих все на своем пути. Если гений не бросает еду, сон и семью в процессе создания великого творения, творение не признается великим. В детстве я много слышал о том, что художник – безумный, беспорядочный человек. Такова его природа. Он спит днем, работает ночью, гробит свое здоровье, сгорая ради великого. Его привлекают исключительно духовные ценности. Интересоваться такими мещанскими глупостями, как чистота, порядок и деньги, ниже его достоинства. Он приносит удобство в жертву порыву. Устроиться поудобнее означает умереть душой. Преодоление трудностей – путь к настоящему духовному росту. Тяги к порядку, желание уйти спать пораньше или променять лишний вечер веселой компании на полезную рутину, было принято стыдиться. При этом было не совсем понятно, как должно возвысить дух ежедневное использование чашки 30-дневной несвежести или ежемесячное замачивание всей посуды в ванне со стиральным порошком. Большинство великих творцов рано или поздно устраивались на какую-то работу, потому что каждому человеку нужны еда, одежда, крыша над головой и, в конце концов, материалы для работы. И все это стоит денег. Многие были не в состоянии попрощаться с хаосом, опаздывали на службу, пока их не увольняли, меняли работы, пока не уходила жена, и переживали кучу драм, прежде чем прийти к выводу, что дальше так жить нельзя. Иные, боясь крупных неприятностей, все же брали себя в руки и начинали нормально работать. Талантливые и настойчивые делали карьеру, параллельно обзаводясь детьми, квартирами, дачами и хозяйствами, требующими ухода. Большинство из них всю жизнь жаловались на конфликт между музой и порядком. Абсолютное большинство творческих личностей в моем окружении всю жизнь ничего не успевали и жили в окружении хаоса. Они лишь делились на тех, кто жалуется на подобное положение вещей, и тех, кто считает его нормальным или даже гордится своей свободой. Про многих из них после 15-20 лет такой жизни говорили: «У него был большой потенциал, он мог бы достичь большего». Иных со временем скрутили супруги и обстоятельства. Они вынужденно начали отдавать силы и время быту, но нехотя и из-под палки. Постоянное противостояние отбило у них большую часть вдохновения. Нелюбимые дела тянулись и превращались в непреодолимые горы. И со временем они во всем этом погрязли, став малоактивными и несчастными людьми. Только единицы сумели организовать свой быт и труд, нашли способ успеть все, что нужно, и не потерять вдохновение. В студенческие годы их обычно дразнили или презирали за чрезмерную правильность. Позже восхищались и завидовали. Трагедию настоящего художника я знаю наизусть со школьного возраста. Начальство и семья постоянно наступают на горло песни, не давая развернуться. Творческий человек не может творить по часам, выдавать гениальные идеи по заказу, ежедневно быть в одинаково продуктивном настроении и гореть равномерным огнем 8 часов в сутки от звонка до звонка. Приступы вдохновения часто наступают, когда нужно укладывать спать детей или мыть посуду, а на работе после скучного собрания и кучи бессмысленных разговоров заставляют себя ждать. Любая работа за деньги включает в себя большое количество утомительной рутины. Собственные идеи нужно подгонять под вкусы и пожелания клиентов. Чтобы компенсировать все это, хочется сделать что-то свое, проект только для себя. Но на это годами не хватает времени и сил. Разочарований становится больше, чем успехов. Гении тонут в рутине и тоске.
Некоторые художники в моем окружении вырвались из этого замкнутого круга. Восхищаясь результатами их труда, коллеги не забывали кольнуть их, заметив, что они, вероятно, продали душу дьявола, чтобы заработать денег. Променяли порывы души на покой, а творческую обстановку на обои в цветочек. Многие шептались: «Вот видите, в скором времени их работы станут мертвенькими, произведения бездушными. Они будут штамповать и тиражировать то, что у них хорошо получается». Когда спустя несколько лет организованной и продуктивной работы такие люди предъявляли публике много сильных работ, законченные проекты крупного масштаба параллельно с ухоженными детьми, уютным домом и хорошим настроением, все спрашивали, как они это сделали. Во всех случаях за такими подвигами стоит организация труда, какая-то форма порядка и контроля ресурсов. Человек не может свернуть гору, просто схватившись за нее, и бегание с криками у подножия тоже не приносит никаких результатов. Только просчитав свои возможности, рассчитав время и силы, и составив план, он сможет что-то сдвинуть. Когда я наконец пошла учиться в художественное училище, в моей жизни наступило счастливое время. Я была занята своим делом. Первые 4 года я не была обременена ничем, кроме учебы и случайных заказов. Чтобы быстро продвигаться в интересующих меня делах, было достаточно регулярно работать. Разумеется, это получалось не всегда. Молодые художники тратили много времени на пьянки, гулянки и посиделки. Зато хватало здоровья на приступы активности перед сессиями и бессонные ночи. Мы беспечно жили семестр, неделями просыпая первую пару, но собирались силами перед выставкой и за 10 дней наверстывали упущенное. После сдачи экзаменов можно было несколько недель ничего не делать, восстанавливая силы и здоровье, потом все начиналось сначала. Однокурсники состязались в пересказывании друг другу чудесных историй о том, что в нашей жизни произошло безумного. На пике богемной жизни с балконов сбрасывалась вся посуда, имевшаяся в хозяйстве, а иногда и ее хозяева, и все весело обсуждали, как потом очнулись этажом ниже и месяцами жили без единой чашки. Это казалось романтичным. Люди, переживавшие подобные истории, чувствовали себя свободными и смелыми. Отказаться от навязанного обществом порядка, наплевать на мнение окружающих и жить как хочется – база, необходима настоящему поэту, художнику или композитору для настоящего творческого полета. Моя мама полжизни рисовала картинки маленького формата, потому что очень хотелось заниматься любимым делом, но большую часть суток было некуда деться от десятков гостей, непрерывно сидевших у нас за круглым столом. Она так хотела работать, что приспособилась рисовать прямо в компании, не обращая внимания на зрителей и болтовню вокруг. Иногда случалось несчастье, кто-то из гостей нечаянно ставил чашку на рисунок. Художники шутили, что пятно, поставленное на шедевр, или разводы от пролитого на рисунок вина, облагораживает его. Только позже, оставшись наедине с мамой, мы иногда вздыхали. Без кляксы он был лучше, жаль, что хорошую картинку испортили. И только годы спустя осознали удобство рабочего стола, на котором можно оставить до завтра разложенные инструменты и за которым не пьют чай дюжина гостей, перемешивая карандаши и кисточки с конфетами и печеньем. Через некоторое время я начала уставать от бесконечного праздника и испытала желание поработать спокойно. Оказалось, что для более серьезных проектов мало кратковременного творческого приступа. Нужно подумать над работой, организовать себе удобное рабочее место. Друзья были недовольны, но, пожав плечами, отправлялись праздновать в другое место. Однажды, устав от вида моей комнаты, в которой все горизонтальные плоскости были покрыты полуметровым культурным слоем, моя бабушка заставила меня навести порядок. Она сама приняла активное участие в проекте, вынесла вместе со мной на помойку несколько мешков с использованными палитрами и тряпками для вытирания кистей, разобрала все драгоценные бумажки и рисунки и разложила все по 3 коробкам из-под телевизоров и близлежащим стеллажам. В моей комнате неожиданно прибавилось несколько квадратных метров. Однокурсники, увидев результат, посмеялись. «Что случилось?
Родители совершили нападение на твои владения и убили всю творческую обстановку, но позже перебрались работать ко мне. Удобно, когда много свободного места. После окончания художки я вышла замуж и переехала в свою квартиру. Оказавшись счастливой обладательницей собственной территории, в первое время я крайне редко приглашала в дом гостей, наслаждаясь возможностью спокойно заниматься своими делами. Моя продуктивность росла по мере того, как я организовывала свой быт и работу, но через пару лет все начало стремительно выходить из-под контроля. Родился ребенок, изменив все мое расписание. Дом заполнился игрушками и кастрюльками, в моей жизни появился миллион новых обязанностей и мелких забот. Едва разобравшись с пеленками и горшками, я решила, что пора получать образование. Через год перешла на заочное отделение, но пошла работать. После окончания учебы вроде все должно было стать лучше и легче, одной большой заботой меньше, но легче не стало. Я переходила из одной фирмы в другую, занимала все более ответственные позиции, хотела делать карьеру и брала на себя все больше обязанностей. Уходить с работы удавалось все позже, на меня сваливали горы заданий, и, наконец, в возрасте 23 лет я впервые пережила то, что называется словом «бурнаут» – полное выгорание. Несколько месяцев я пролежала в постели больная. Болезни переходили одна в другую, все более тяжелые диагнозы сменяли друг друга. Врачи говорили, что подорвана иммунная система, и я израсходовала все запасы сил. Мне стало ясно, что так продолжаться не может. За время отсутствия в фирме меня уволили. После выздоровления нужно было искать новую работу и начинать все сначала. И я поняла, что нужно что-то менять. Примерно в это время в моей жизни мелькнула книга Гранина «Эта странная жизнь». В ней рассказывалось об Александре Любищеве, ученом, записывавшем все, что он делал с точностью до 15 минут на протяжении 56 лет. Книгу принесли гости и унесли в тот же вечер. Я пообщалась с ней всего пару часов, прочла несколько отрывков. Среди прочего, на меня произвел неизгладимое впечатление вывод самого Любищева. В преклонном возрасте он сказал, что прожил всю жизнь с ощущением, будто у него достаточно времени. При этом он сделал во много раз больше, чем многие коллеги, достиг больших высот в науке, но также чаще других отдыхал, общался с друзьями и семьей, ходил в театр и путешествовал. Записывание всех своих действий к тому моменту казалось мне безумием, но слова Любищева не давали покоя. Кто из моих коллег мог похвастаться таким? Всегда достаточно времени. Времени, как и денег, ресурсов сна и отдыха, всегда было мало. Всегда и всем. «У каждой вещи должно быть свое место», — говорили нам мамы, пытаясь приучить к порядку. «Да, но где это место взять?» — отвечали мы. «Стоит завести новый шкаф, как место в нем кончается. Стоит освободиться лишнему часу, как он уже потрачен неизвестно на что. И мы страдаем всю жизнь, потому что нам все время всего не хватает». Книгу Гранина я нашла и прочла много раз, но только 10 лет спустя. К моменту моего отъезда в Германию она давно была библиографической редкостью, и только после появления интернета стало возможным найти ее переиздание. За это время я перечитала множество книг по организации труда и времени, изучила несколько трудов известных менеджеров, спрашивала совета у супервизоров и психологов. Я изучала системы, призванные решать проблемы домохозяек, не справляющихся с ежедневными бытовыми обязанностями. Я тоже относилась к ним. И пособие для начинающих руководителей, я впервые оказалась на должности арт-директора, все это не удавалось применить к работе творческих людей, с которыми я ежедневно имела дело. С одной стороны, их работа действительно в большой степени привязана к эмоциям, душевным состояниям и вдохновениям. Всем известно, что лучший способ угробить творческий проект – объявить его регулярным, пообещать публике продолжение. Каким бы ни был назначенный ритм, раз в неделю, день или месяц, аккурат к последнему моменту, когда надо садиться и производить на свет очередной шедевр, у настоящего художника наступает творческий кризис. Системы, предлагавшие отводить ровно полчаса на занятия определенным делом, оказались бесполезными. Усевшись поудобнее в назначенное время перед белым листом,
Большинство гениев не смогли придумать, что на этом листе нарисовать или написать. Как только время истекло и настал момент переходить к следующему делу, голова заполняется потрясающими идеями. С другой стороны, оказалось, что большинство представителей творческих профессий ощущают себя противной стороной менеджеров и прочих организаторов процесса. Они гордились тем, что работают с музой, что их труд невозможно расписать по табличкам, разделить на рабочие часы и четко оценить, как какой-нибудь скучный товар. Я очень часто слышала фразы: «Это менеджеры могут работать четко по часам, записывать каждый шаг в тетрадку и отчитываться о каждом телодвижении». Творческий процесс – это полет и свобода, а не ограничения и рамки. По мере прибавления забот полетов становилось все меньше, но дизайнеры и иллюстраторы отказывались пользоваться вспомогательными инструментами менеджеров. Они уже признавались, что не справляются ни с чем, устали не спать месяцами и просыпаться по утрам разбитыми и усталыми. Но также настаивали на том, что не родилась еще на свет система, способная как-то ограничить хаос без серьезных потерь для творчества. Много лет я анализировал аргументы, приводимые творцами в пользу хаоса. Пыталась выявить, обо что разбиваются их проекты, на каком этапе умирают планы, с чего начинаются серьезные проблемы. Я попыталась выделить из творческой работы все, что на самом деле является рутиной и может быть приведено в порядок без потерь. Уберечь от превращения в тоскливые повторения то, что обязано остаться живым и подвижным. Оставить за собой свободу выбора, вида деятельности, в зависимости от настроения и вдохновения. При этом как-то ограничив вечное стремление бросить все и заниматься только работой, интересной на данный момент. Целый ряд мифов и легенд, связанных с творческим трудом, оказался совершенно неправдивым. Местами у меня даже складывалось впечатление, что особо хитрые персонажи поддерживают веру коллег во всякие глупости, чтобы они не разгонялись сверх меры, создавая им лишнюю конкуренцию. Со временем я нашла свой способ упорядочить работу, не создавая при этом фашистского режима. По мере возникновения новых идей я делилась ими с коллегами. Многие не смогли воспользоваться моими рецептами в точности, но быстро построили на их основе подходящий для себя вариант. Получилась гибкая система с четкой основой, но очень большим количеством возможностей. Большинство попробовавших ее сначала выполнили все по пунктам, получив на короткое время идеальный порядок в делах и полную стратегическую ясность. Только двое продолжали работать в том же режиме многие годы. Остальные со временем ослабили режим, самостоятельно решив, сколько дисциплины и порядка им нужно, чтобы спокойно справляться со всеми желанными делами, но в напряженные времена планируют дела более четко и сворачивают горы. Оказалось, что возможно упорядочить в творческой работе многое, при этом сохранив за собой большую свободу. Почти всегда, принимаясь за дело, я могу выбрать, чем заниматься. Я не могу сказать, что всегда делаю, что хочу. Но это удается мне все чаще. В первой половине этой книги описывается основа, на которой держится весь порядок. Когда я начинаю рассказывать о своих методах организации труда и времени, большинство слушателей хватаются за голову и кричат: «Нет, я не смогу, это невозможно выполнить, как я буду творить с такими строгими ограничениями?» Позже, услышав вторую половину и обнаружив, что я никому не предлагаю парить и летать четко по секундомеру, и сама ничем подобным не занимаюсь, успокаиваются. Создав для себя четкий порядок, можно разрушать и расшатывать его сколько захочется в поисках золотой середины. Главное, чтобы было что ломать и на чем строить. Яна Франк. Муза и чудовище. Как организовать творческий труд. Издательство МАН, Иванов и Фербер. Москва, 2010.